Всем привет! Хотим такую рубрику создать «Рабочие моменты». Я не знаю, насколько вам это интересно. То есть это не бесплатный мастер-класс, где я показываю цветы, да? А просто вот наше закулисье, как у нас все происходит иногда. Вот у нас заказ на метровую розу из Фа Мирана, из Фома Эва. И она у нас постояла ночью. То есть заказ мы еще не отдали. И это хорошо, потому что мы пришли, а у нас лепестки некоторые немножечко так отпали. Не то чтобы они отклеились, но стало видно внутри и клей, и вот место склейки. То есть это не очень красиво. Соответственно, нужно будет сейчас подклеить все это дело. Она у них будет полулежа на полу. То есть там такая задумка, это танцевальное шоу. Естественно, должно быть красиво со всех сторон. Вот. А если будет отваливаться буквально за одну ночь, это нехорошо. Вот сейчас будем подклеивать. Я на самом деле погорячилась и сделала розу из тройки. Вполне достаточно было 2 мм взять. И последние, например, 2 ряда больших лепестков из тройки сделать. Она достаточно тяжелая получилась. Лепестки тяжелые. И, видимо, не додержали клей. И вот прям я вижу клей. Мне это как бы не нравится. Можно двумя способами подклеить. Можно добавить, во-первых, несколько точек клея, и то есть мы приклеиваем, например, на несколько точек, можно еще добавить, чтобы лист лучше держался. И, естественно, тут уже нужно терпение, то есть нужно додержать, не отпускать раньше времени. Ну, я держу до момента, когда я чувствую, что все, клей остыл, то есть уже он не горячий, даже не теплый. Вот. А где трудно подлезть пистолетом, я вижу там просто застывший клей прям. Его можно подплавить строительным феном. Прямо направить на этот клей, который застыл. Он его расплавит. Если был бы изолон, можно было бы просто спаять. Но это фом, он не спаивается так. Ну вот, клей расплавился, и все, осталось только зажать и подержать, чтобы клей остыл. Буду надеяться, что все будет держаться. Если вам интересны такие рабочие моменты, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, будем снимать еще.